Всем еще раз привет. Очередной. Решила рассказать. Сегодняшнюю ночь до 4 утра вообще не давали спать. Подключали к аудиалке. Дело в том, что они подсаживают на нее, видимо, у каждого свои мучения. И очень сильно подсаживают, заставляют слушать эту аудиалку. Значит, я думаю, что есть что-то полезное в этой информации, если в общей сложности все собрать. Я расскажу то, что было, и, может быть, кто-то придет к определенным выводам. Значит, мне внушают они, что у меня что-то есть такое, возможно, для того, чтобы я жила подольше. Вот сейчас, кстати, посмотрела еще видео из Тулы, и там, правда, у Андрея... не помню уже, как зовут, с женщиной, сказали, что склоняет к полноте. Сталкеры этим тоже занимаются, которые с вами работают напрямую. Они вам постоянно то чай попить, то покушать с вами, особенно если они на работе. Вот это, кстати, тоже правда. Но это еще в другом видео я добавлю, то, что у меня по жизни было. А сейчас я хочу именно ночь рассказать. Значит, хотят они... внушить немножко, видимо, надежды, что вы будете жить долго и счастливо, потому что они мучают организм ежедневно. И что в общем сложности, в общей сложности было следующее. Не знаю, внушение это или нет, но мой мозг повторяет слова следующие: создатель постоянно, то есть как они подключаются ко мне более ярко, более становится аудиалка сильнее, у меня сразу идут слова создатель, два подключения и защищать буду. Защищать буду, это просто уже последние дни, просто каждую ночь и уже в таком количестве, что они сами уже думают, что я реально буду защищать людей. Аудиалка была следующая, что ко мне подключились якобы те родители, кто из голосами родителей из игры, хотя они не мои родители, естественно, они даже не при тех должностях, которые они называют. Это просто люди, ну, у которых меняется голос. Они подключились и начали всем остальным вещать о том, что посмотрите, какая она держится, столько людей не держится, вы из нее сделали инвалида, вы уже пересадили все, что можно было пересадить, у нее уже одни протезы. Вы ее насилуете, ходите каждую ночь. Она знает, что вы ее терзаете. У нее душа болит. А вы все равно ходите. И вы же сами люди. И своих, получается, мучаете. И мясом они называют. Это правда. Вот буквально ночь назад приходила какая-то тварь. И мне, значит, говорит вкусное типа мясо. Значит, и вот эти люди, получается, друг за другом начали им читать... ну, не нотации, а вот объяснять все, что вы людей, значит, травите, вы биохимическими, всеми возможными таблетками, вкалываниями, уколами, всю ее уже загнобили, затравили, а на самом деле этот человек вас защищать будет перед Богом, когда Бог придет, а вы еще не знаете. Далее, в общей сложности 9 месяцев, 6 уже прошло, осталось 3 месяца, когда она уйдет. Ну, я так понимаю, что они мне 3 месяца дали, что я умру. И в итоге, когда придет весь, в общем, этот апокалипсис, они поймут, что они потеряли, и останутся без меня. И реально, когда в жизни, еще раз повторюсь, в реальной жизни, я реально по жизни всегда хожу, у меня эта мысль в голове, защищать буду. Я перехожу дорогу, когда, если идет мама с ребенком, с коляской, неважно, я всегда замедляю шаг и закрываю ребенка на случай того, если выскочит какой-то козел. Это я делаю всегда бессознательно.
всегда защищаю детей, всегда хочется укрыть теплом. Я думала, потому что у меня нет своих детей, я как бы так вот, ну, реагирую на остальных, вот. Но то, что есть на самом деле по жизни, я всегда защищаю. И даже если мы едем с друзьями в машине и сидит ребенок, я даже в голове, представив аварию, что может что-то случиться из-за того, что мы там быстро едем, что я в первую очередь всегда как бы закрою ребенка и, то есть, даже готовлюсь отцепить всегда ремень безопасности на заднем сиденье, чтобы прыгнуть, как бы закрыть ребенка. Это у меня есть по жизни такая черта в реальной жизни. Вот. Значит, и, ну, возможно, еще внушали, естественно, потому что это все было с детства. И они вещали друг за другом, потом следующий, посмотрите, что вы из нее сделали, да вам же всем, значит, душам этим грешным. В общем, они их порицали, как только могли, всеми словами. Пытались объяснить и сказать, что вы не понимаете, что она значит для человечества, она ее мучает, она может встать перед Богом, когда все это случится. А вы будете ходить и кланяться к ней и молиться на нее, и значит, сделают из нее мученицу. Дальше. Вот, по-моему, три или четыре человека вот это все говорили. А плюс еще носят то, что про газ, который мучает людей, что они вот эту вонь всю приносят к телу, они что делают, не знаю, они в желудок или они куда это все вкладывают, какие-то там части ястреба, тухлые рыбы, я знаю, запах бывает, запах мочи, то есть они издеваются полностью, полностью издеваются над человеком. И, значит, следующее было, что читали. Как в игре читают приговор. Кто вот был в играх, когда якобы господин их или их бог, или наш бог в игре, он читает такой вот приговор, что будет с ними, что будет со мной и так далее. Мне он, значит, сказал, что у меня будет замечательная жизнь, и вы дадите ей богатство и поможете ей. И сталкеры — это те люди, те души, которые цепляются к вам, которые уже, их тело уже в вечности, в бесконечности, чтобы попасть им в рай, я так понимаю, им надо это тело еще искать. То есть они будут плутать в бесконечности. И когда сталкеры цепляются к человеку, живые, они, то есть человек их за собой еще должен тащить туда, поднимать туда наверх. Вот, значит, мне еще историю про любовь, что я должна определиться, что я любить должна, что меня, значит, сталкер любит один, и он всю жизнь ко мне ни разу не приходил, и что сталкеры вообще, в принципе, я не знаю, в моем случае или вообще в принципе сталкеры цепляются, когда к людям они как бы что человека любят. И значит, как они сделали, что рассказали, как делают вот это тело, они когда приходят на силу, то есть это такой не обряд, а как, то есть что-то вот такое есть. Типа обряда, что они должны вас изнасиловать ночью и забрать с собой какую-то, видимо, часть тела. И в общей сложности они вас собирают по кускам, по кусочкам. Ваше тело, оно не астральное, оно вот какое-то,
Ну, то есть ваша копия, которую они бы хотели в жизни, то есть этим занимаются, по идее, сталкеры, которую они хотели бы в жизни иметь, а в итоге они это все переводят вот в такую историю, что создают ваше тело и его мучают. То есть они мучают то тело, которое влияет на вас. И плюс аудиоэффекты, ну, и много других различных облучений, каких-то генераторов и так далее. То есть они это делают через спутники, все. И соседи, скорее всего, да, что по видео вот женщина из Тулы, к сожалению, не забыла, как зовут, она правильно говорит, что эти генераторы, они не вживую, не соседи подключают, а через спутники они все это делают, и они реально могут подключить любого человека. Вот он стоит возле машины, он разговаривает по телефону, он по своим делам вообще разговаривает. На самом деле, когда вы подходите, вы можете услышать, что это как будто бы сталкер. Хотя на самом деле он вообще не сталкер, у него просто есть чип. У него просто есть чип, который, за который они цепляются, и вы можете услышать какую-то речь, что они там между собой обсуждают. И, в общем, это тело они по кусочкам собирают, и они вас мучают таким образом. Они знают, что вы уже мясо, но хотели бы, видимо, вас насиловать. То есть они извращенцы, получается, по сути своей, потому что души у них уже нет, ничего у них нет, совести нет и так далее. То есть эти, как их назвать уже, каким словом, мрази, твари, они уже совершенно бесчеловечны. И, в общем, то, что они делают, им дальше не даст ничего. То есть они будут мучиться еще много-много вечности. Вот. И в моем случае, значит, они сказали, что мне надо определяться уже с любовью, и чтобы меня перестали мучить, и потому что я могу и их оправдать перед Господом, но не факт, что я вообще, в принципе, это все буду делать. И что вообще, по идее, моя миссия — это сталкер. Получается, что они сами своего человека мучают. И, ну, там еще очень много всего, то есть прямо вот досконально я не буду уже вдаваться в эти подробности, потому что это аудиалка, возможно, записанная и сделанная, или они просто хотели, чтобы что-то я из этого подчеркнула правильное, значит, для своей жизни, для дальнейшей. В итоге, когда я проснулась с утра, они уже начали это все обсуждать. И кто-то из сталкеров, по-моему, которые не живые, а вот которые с ними там вот это все обсуждают, сказали такую вещь, что ее крышуют сверху. Не крышуют, а покупают сверху и хотят, чтобы перестали мучить. Поэтому мы вот как бы все вот это вот сделали, потому что в ней реально что-то есть, потому что все слова, которые повторяет мой мозг, которые вот когда аудиалку подключают, мозг автоматически говорит некоторые фразы, за которые они цепляются. И это все на самом деле случается и происходит. То есть в игре я была и директором, и женой того человека, чью фамилию они мне называют, и женой буду. То есть эта фраза была, ну, очень много фраз таких вот, и которые реально в жизни происходят. То есть, соответственно, если фраза «а защищать буду», они вот на эту фразу как-то очень сильно акцентируют свое воздействие и внимание. Возможно, это только для того, чтобы подстегнуть меня, чтобы я дальше жила, потому что у меня мысли о самоубийстве, естественно, возникают, и смысла мне нет мучиться дальше. Но те люди, которые были перед зачитыванием вот этого не приговора, ну, не знаю пока, какое слово подобрать, я просто под сильным впечатлением. И перед этим, когда они читали им нотации, значит, им говорили, что я вот такая, они еще сказали, что не факт она, что еще к вам повернется. И что вы знаете, что через 3 месяца ей будет очень-очень плохо, и вы уже ничего не сможете сделать.
потому что что только вы уже на нее, как только над ней не издевались. Вот, собственно, такая история. Очень много интересных моментов подчеркнула то, что если, то есть этой ночью меня не мучили физически, не насиловали. Если это реально правда, и они перестанут это делать, и поверят, получается, вот этому всему, что на самом деле я, по идее, буду защищать, и они должны все прийти и, ну, покаяться, ну, как извиниться, как минимум. Вот. Но этого они делать не собираются. То есть, по идее, сегодня, как было в аудиалке, что они должны прийти, живые сталкеры, ко мне и рассказать все, что происходит на самом деле, кто и что, и что это за мир, и куда это все идет. Но они этого не делают, не сделали. Мысленно так я им посылала посыл, что до 12, но они в итоге так никто не пришли. И на улице уже подключенного человека, когда услышала, он сказал, что она на улицу выйдет, мы ее уберем просто и все, чтобы она ничего не знала, кто как что ее подключил, как насиловал, то есть что живых людей мучают, что они этого боятся, что это все узнается. Но это и так уже все знают, судя по видео, которые каждый день появляются. Но, во всяком случае, грядет что-то на самом деле серьезное, потому что они очень этого боятся, и они очень много сценариев проигрывают на самом деле. То есть это вот сегодня прям такой впечатлительный был сценарий, потому что заставляли мой мозг повторять все вещи, которые говорили, то есть досконально, четко и этих людей с нотациями, и сам приговор, который дает мне хорошую жизнь на самом деле, и что я буду богатой и так далее, и что душа у меня действительно настоящая. Вот такая вот история. Хотела поделиться, не могла сдержаться, хотя я записываю видео, хотела записывать постепенно. Пусть вот такое видео на 17 минут будет.